Боялся человека, все грузовиком делаю. Показываю что-то. Ты что сказал? Сказал hello, улыбнулся, пошла, все. А там он тебе что сказал? Нет. Правда? Нет, не здесь еще. Похоже, что здесь. Да, здесь. Блин. Может, развернемся? Тупенькие. Развернемся. Больше вероятности, чем там. Тоже прямо можно проехать, лучше, мне кажется, прямо, потому что вот сюда вот у нас идет. Вот туда вот надо. Да. Тут тоже можно проехать, давай тут. Там дорога явно вот так вот. Перестрой. А вы где еще не ездили? Второй. Какой это? Вот мы сейчас. Похоже, что вот туда что. Да. Это что, можно ехать? Нет. Или нет? Да, наверх. Да. Мы можем там развернуться, да? Вот задом дальше. Здесь написано Boztepe, пикник, Тавани. Как раз это наш. Наш. Давай на следующий поворот налево. Или здесь, давай здесь, Вань. Хорошо, если я еду. Потому что здесь дорога налево есть, дорога направо. Вот мы направо пойдем. О, ну мы проходим. Потому что на карте почему-то нет здесь этого поворота направо. Семен, все, мы пришли туда направо. Ой. И ушли. Где-то налево здесь должна быть. Где-то вот там был. А, вот автобус. Ой, тут все так.
видишь? Приехали к хорошему виду в городе Трабзон, что находится в Турции на побережье Черного моря. Вот, в общем-то, там за мной море. Мы сейчас сверху города. Семочка, как тебе в Трабзоне? Пока туманно. Вчера туманно было в Трабзоне, сегодня тоже. Ну, у нас направо идет. Ура! Почему ура? Что, не той же дорогой ехать? Да. Я город снимал, мне на это. Надеюсь, что нас это не посадит. Нет, я город снимал. Так, так, так. Налево тут что? Не знаю. Чего вот. Налево было. Или подожди, вот там тут куда он выезжает. Да. Ну, он ведет нас, ну, что мы правильно. Типа. Хорошо, хорошо. Так, нет, в принципе, неправильно. Да? Жить, мы все равно вернемся, все нормально будет. Просто, да, все, он перестроил маршрут, все великолепно. Прямо идет. А что за указатели, чего, про что они? Что? Правильно он говорит, есть. Вот, первая мусорка. Да то видно кто-то. Вон твой торговый центр видно. Ой, не сцеля. Смотри лучше. Посмотри. Семен? Что? Точно дорога. Ну я что, знаю, что ли? Идет у нас сюда, идет. Радовалась, что там сюда. Помнишь? Радуйся до конца. Так что лучше заменяемся. Да нет, уж чем, зря на внедорожник поехали, что ли, давай. Ребят, там точно не дорог вообще. Тоже нет. Может, все на это. Что в следующие разы меня все-таки будут слушать. Хоть капельку. Чуточку. Да. Самое главное, не встретишься. Поплоткай лучше, пока вид хорош. Ты снимай его на камеру.
Здесь что, здесь нет объезда? Это, это закрытая территория явно. Вот объезда нет. Да, тоже есть что-то строить сейчас. Сюда, значит, выше город поедем. Короче, что-то проще, походу, назад было выйти. Так. Мы опять на гору нас видим. Ну... Похоже, это комплекс, да? Похоже. Да. Что он там говорит нам? Да ничего он не говорит. А, ну... Дай я посмотрю карту. Все, он перестроил. Фроды ищите, ребята, да? Сейчас я вам покажу Фроды. Но странно, что там прямая. Как она прямая, если здесь спуск такой сильный? Ну вот, видимо, такая. Так не может быть, ни одна машина не заедет, если вот такая вот. Это такой смотри. Я тоже смотрю. Блин. Развеялись. Кладбище похоже. Блин. Фотка, что? Что будет? Если остановить снег, нет. Нет. Я не претендую вообще ни разу. Он не знает эту дорогу, по крайней мере. Ну, не знает, но совсем немножко. А мы, кажется, ехали здесь, когда поднимались. Нет. Не виноваты я, короче. Да? Здесь крейзи, там прямо как будто бы. Вот так, мне кажется, лучше объехать. Похоже, что... Это вот... Тут же тупик, где он нас до этого вел. Ну, причем следующая дорога нормальная, параллельная. Ну, мы выйдем на этот сейчас. На 70-ю. Налево мы оттуда приедем. Он нас приведет с другой стороны. Он нас вот так вот ведет. Смотри, видишь? Прямо же! В смысле прямо? Ну, налево на большом перекрестке. Мы, я тебе говорю, мы здесь ехали. Вот здесь а, вот налево на большом перекрестке? Да. Ну, так скажешь, что на большом. А то ты мне говоришь налево. Я сейчас поверну налево обратно, куда мы приехали. Откуда сейчас только что спустились? Я думал, опять налево, опять туда меня ведешь.